Рабочие уже подвели все коммуникации к административно-бытовым комплексам. Подготовлены площадки под котельную, генератор и канализационно-насосную станцию. Смонтирована система для полива поля. Продолжается установка ограждения по периметру объектов. Эти работы уже выполнены наполовину. Есть серьезная динамика по сравнению с моим прошлым приездом. Конечно, подтянулись. Все, что запланировано на этот год, успевают. Задача строителям ни в коем случае не снижать темпы, а наоборот ускоряться. Выйти с благоустройством уже на начало будущего года, для того, чтобы наши площадки, они и сейчас не отстают по сравнению с иными площадками по иным регионам, но чтобы они были лучшими. Стадионы строятся в соответствии с мировыми требованиями ФИФА. В Анапе будут тренироваться команды-участницы Мундиаля. Объекты должны быть сданы весной 2018 года.